16 сентября, день Василисы, назван в честь святой мученицы Василисы. Ей было всего 9 лет, когда ее привели на суд. Правитель надеялся склонить ее к почитанию языческих богов ласками и обещаниями. Она не согласилась. Тогда били ее по лицу. Отроковица благодарила за сие бога. Сняли одежды и били розгами. Она воздала еще больше благодарения Господу. Правитель повелел бить еще сильнее. Все тело ее покрылось как бы сплошную язвою. Она воскликнула: «Боже, благодарю тебя за все сие». В народе говорили: если Василиса пришла, то надо поторопиться со льном, собрать и подготовить для последующей работы. Сегодня было принято наводить в домах порядок, выбрасывать все ненужное, накопившееся за лето. Ненужные вещи и мусор сжигали вместе с картофельными очистками, так как это предвещало счастье на весь год. Помимо этого развешивали вокруг огорода на столбы крыши домов различную рухлядь. Считали, что это защитит скотину, урожай, дом и двор от дурного глаза и нечистой силы. Считалось, что если завистливый, дурной человек увидит большое количество вещей, то это рассеет его внимание, а значит распылит его силу, и он не сможет кого-то сглазить. Сегодня промывали и развешивали для просушки мешки, в которые собирали картофель. А также собирали урожай поздней малины и яблок. Приметы. Сегодня надо собрать весь мусор в доме и сжечь, тем самым приобрести на осень благополучие. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.